На территории музейного комплекса «Дорога памяти» продолжаются летние кинопоказы под открытым небом. На большом экране, установленном у входа в музей, можно бесплатно посмотреть лучшие отечественные военно-патриотические фильмы. Кинопарк – совместный проект комплекса и Министерства культуры Московской области при поддержке «Мособлкино». Сеансы проходят в пятницу, субботу и воскресенье в 21:30. Вход свободный.